Напоминаю, вы смотрите телеканал «Варианты». По традиции во вторник у нас в гостях с обзором выпуска четверга главный редактор газеты «Владимирские ведомости» Юлия Гущина. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, телезрители. Итак, что же в четверг наши зрители, ваши читатели увидят в газете? Много эксклюзивных тем подготовили для выпуска. Часть номера уже, в принципе, готова, часть находится в работе. И три темы подготовила к анонсу. И первая такая, она, конечно, злободневная, и сегодня взрываются все СМИ и соцсети количеством снега, качество уборки этого снега. И мы, в принципе, уже и писали об этом, неоднократный репортаж большой делали, но в этот раз мы решили с такой человеческой точки зрения подойти к этой теме, потому что, конечно, понятно, очевидно, я думаю, что каждому жителю области, что по сравнению даже с прошлым годом снег, мне кажется, в два раза больше. То есть прям такого обильного снегопада, особенно который там с декабря уже начался, декабрь был очень снежный, на моей памяти вот точно нет. И, конечно же, здесь на прочность испытываются не только дворники и все учреждения, которые занимаются уборкой, там управляющие компании, ТСЖ и наш ЦУГД, но и сами жители, потому что в этой огромной массе снега постоянно кто-то застревает, и в этом году даже помимо обычных там легковых машин автолюбителей застревают не только маленькие седаны или какие-то легковушки, а и большие фуры, КАМАЗы. Например, машина приехала разгружаться к магазину, и там же около этого магазина и застряла. Но здесь, конечно же, вопрос, наверное, уборки все-таки, к руководству этого магазина, почему не очищается должным образом. Но, опять же, повторюсь, репортаж не об этом, а о том, что активные жители нашего города, молодые люди, которых в простонародье называют джиперами, сами себя они называют клуб любителей колесной формулы 4х4. Я запомнила это название. Клуб называется 4WD Владимир. У них есть своя группа ВКонтакте, в которой они принимают заявки. И вот на такой спасательный рейд вместе с ребятами выехал наш корреспондент Валерия Тимергалина и фотокорреспондент Владимир Чучедеев. Большое количество фотографий, материал разворотный. Естественно, не пришлось долго ждать в этом рейде каких-то заявок, потому что заявок больше 50, порой говорят, ребята, в день поступает. И даже одна команда может 20 машин за день вытащить из снежного плена. Но в связи с тем, что такие внедорожники специализируются большей частью на тех автомобилях, которые не под силу. Где-то легковушки мы можем друг друга подтащить за тросик, вытащить. У меня, кстати, всегда лежит трос. Эта зима как раз является проверкой на взаимопомощь жителей нашего города, насколько готовы к взаимопомощи. На взаимопомощь однозначно. Здесь, конечно, ребята, естественно, они каждый имеют свою работу, и в свободное от работы время они занимаются таким очень благородным в такую снежную зиму делом, вытаскивают грузовики. Трактор проезжал мимо, как пишет Валерия, но помочь отказался, видимо, торопился на очистку другой территории. Вообще ребята рассказывают об условиях, как они, так скажем, в кавычках докатились до жизни такой, в прямом смысле на колесах, и для чего они это делают на общественных началах. Но мне от себя, наверное, хотелось бы добавить, об этом ребята не говорили, но я, наверное, просто подумала уже сама, когда размышляла вообще над этой темой. Они же помимо времени, то, что добровольно, и мы деньги за это не платим, это наше свободное время, если финансовый поток переводить, но какие-то, если отдаленные участки, до людей нужно доехать, бывают вызовы какие-то деревни. Мне бы, наверное, хотелось всем, кто обращается за помощью, хотя бы предложить какую-то свою благодарность. Возможно, откажутся, но мне кажется, им будет как минимум приятно за такое большое дело. И набраться, наверное, смелости и самим тоже проявлять такой акт взаимовыручки. Кстати говоря, буквально вчера сама выезжала из своего двора, безбожно застряла передними колесами, никак у меня не получалось, и заградила дорогу
другим автомобилем. Таксист, который получил заказ вот из моего дома, вышел из своего автомобиля и предложил сесть сам за руль, и в силу своего мастерства все-таки вытолкнул мне мою машину. Я освободила проезжую часть, за что ему сказал спасибо. Ну и вот есть возможность у меня здесь еще раз ему сказать спасибо. Поэтому мы всех призываем к выручке друг друга, не нервничать, стараться очищать свои парковочные места хотя бы, да, хоть как-то помочь, потому что, конечно, убираешь, он опять сыпет, да, его убираешь, даже просто с машины убирать снег устаешь. А представляете, да, как людям, которые на этом работают в круглосуточном режиме. Поэтому, ну, такая вот позитивная нотка в этой ситуации. Есть звонок зрителя, давайте ему ответим, давно на линии. Алло, Владимир Иванович, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Владимир Иванович, мы вас слушаем. Добрый вечер. Ну, сначала поздравлю вас с наступающим праздником Крещения. Спасибо. Потом насчет снега, значит, вот со сказок я всегда начинаю. И патроны есть, и снаряды есть, да стрелки побиты. Первое, что нужно сделать, прокуратура, которая штрафы накладывает, депутатов одеть гаишную форму, дать им полосатые палки и вывести на улицы, чтобы они убирали транспорт с обочин, хотя бы где ходит пассажирский транспорт. Далее, вот буквально 3 часа назад с мусоровозом, с шофером разговаривал, зарплата 35 тысяч, шофера рассчитывается. Трактора, которые есть в спецавтобазе для очистки снега, это пыльные трактора, только пыль сметать. Шохин еще хочет купить какие-то детские трактора, значит, тротуарные. Нужно покупать мощные погрузчики. Вот тогда у нас будет порядок. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, мы неоднократно поднимали эти темы. На самом деле, писали даже, я думаю, что и у вас в эфире было о том, что прокуратура выходила и составляли, да, и штрафы. Оформляли протокол, выписывали штрафы управляющим организациям, кто ответственен за уборку снега. Но материал все-таки не об этом, да, о чем-то позитивном. Но касаемо вот мощных тракторов, ну, не знаю, я поспорила, наверное, здесь. Я, конечно, не специалист, не совсем могу спорить. Но вот когда много снега и проезжает трактор, ну, да, там, с проезжей части свозит, он оставляет за собой колею. И когда это происходит на тротуаре, да, где ходят пешеходы, наверное, там вот какая-то тяжелая техника, наверное, не нужна. И я думаю, что логика есть в том, что там какая-то техника поменьше. Она более юркая. Но то, что точно нужно, это дополнительная техника. В этом, я думаю... Да, и в данном случае, в данной зиме еще дополнительные руки. Руки, да, и руки с адекватной зарплатой. Давайте к следующим темам. Следующая тема, она такая у нас юбилейная, 100 лет со дня рождения Евгения Пичугина, Евгений Иванович Пичугин, герой Советского Союза, и 80 лет со дня его гибели, вот в совсем молодом возрасте, в 20 лет он погиб. Наша редакция находится на улице Пичугина, которая названа в его честь, и улица Пичугина также есть в Твери, где он погиб. И вот в честь этих двух дат, погиб 19 февраля, родился 17 января, то есть прямо они тут близко. Совсем близко. Александр Звязков подготовил полостный исторический материал таком молодом и очень рано ушедшем погибшем герое, который родился в Рязанской области, но семья очень быстро переехала во Владимир по, так скажем, работе отца. И, ну, все свое детство и всю свою молодость, да, тут даже в юношество провел во Владимире, и Александр рассказывает, как учился, чем интересовался, о том, что в школе вообще, когда обучался, никто и подумать не мог, что он станет летчиком, потому что проявлял гуманитарным предметом интерес. Ну вот, да, так сложилось. Так сложилось достаточно. Ну, модная в то время, да, такая, можно, если этим словом можно назвать, профессия, он был летчиком-истребителем, о том, какие есть вообще разночтения в его биографии. Но Александр не указывает в материале о том, что, оказывается, был еще Сергей Пичугин, и погиб он тоже в достаточно раннем возрасте, и тоже на территории там, нынешней Тверской области, Калининская область тогда была.
и зачастую путают. И даже я открыла Википедию, в которой написано, что погиб он, когда выпрыгнул с парашютом из самолета после того, как совершил таран, и якобы уже его расстреляли, когда он прыгал с парашютом. На самом деле в его посмертном наградном листе было написано, что таран он совершил самолетом, и весь экипаж погиб именно в самолете. А как раз-таки вот другой герой Советского Союза, Сергей Пичугин, он с парашютом выпрыгивал. И вот здесь, мне кажется, даже нужно Александра попросить, чтобы он и эту часть тоже осветил, чтобы вот этой путаницы не было. И интернет же он только копированием занимается, да, большей частью. И вот начинается эта путаница одна с другой. Ну а все подробности в материале Александра. Внимательно читайте газету «Владимирские ведомости». Да. Лишний раз, да. Подтверждаю. Ну и еще один материал. Один успеем, материал, да. Очень быстро, коротко. Продолжаем нашу любимую рубрику «Питомцы друзей ВВ». В данном случае это питомец нашего учредителя, так скажем, да, законодательного, сам председателя законодательного собрания. Собака Берта, немецкая овчарка. И Владимир Николаевич рассказывает, как она появилась в его семье, в особенностях ее характера. Но мы, на самом деле, подсмотрели в социальных сетях Владимира Николаевича и, конечно, имея такую рубрику, ну, не смогли не напроситься в гости и показать эту прекрасную собаку, очень умную. Ну, у меня у самого в детстве была немецкая овчарка, поэтому такая какая-то теплота души к этой породе особенная. Ну, а все моменты в плане обучения, воспитания и особенностей данного питомца в материале Марина Киселева и фотографии Натальи Ларины. А уже в четверг выпуск «Владимирских ведомостей». Я напоминаю, что наша гостья сегодня главный редактор газеты Юлия Гущина. Юлия, спасибо вам. Спасибо, Елена. До свидания.